В минувшую субботу на главной ледовой арене Саранска стартовал суперфинал всероссийских соревнований по шорт-треку среди юношей и девушек младшего и среднего возраста. Турнир «Сочинский Олимп» стал уже традиционным и с 2010 года собирает в Мордовии сильнейших юных спортсменов со всей страны. В этом году участие в соревнованиях принимали трековики из 19 регионов от Приморского края до Тверской области. В сборную хозяев турнира вошли 27 воспитанников Мордовской школы Олимпийского резерва по шорт-треку. На кону 28 комплектов наград в личном и командном первенстве. Главным судьей соревнований уже не в первый раз на сочинском Олимпе в Саранске стал гость из Твери Эдуард Султанов. Честно скажу, очень приятно судить здесь. И город нравится, и республика нравится, и климат хороший, и люди красивые, хорошие. Ну, мне здесь приятно. И видно, что к спорту и к людям здесь относятся с теплом. Соревновались участники на трех индивидуальных дистанциях и в эстафетной гонке. Наилучшего результата по итогам первых двух соревновательных дней удалось добиться лишь одной представительнице 13-го региона. Светлана Тюленева завоевала серебро на дистанции 333 метра. А вот львиную долю наград собрали представители Тверской, Московской и Омской областей. Не первый год уже выигрывает Юшина Лиза из Тверской области, из нашей области, откуда я сам. Вот сегодня второе место Василиса Пец заняла. Вот, так что сильные спортсмены из Новоуральска, из Омска, из Клина, Коломны. Так что там кого-то Санкт-Петербург, кого-то выделить, здесь везде сильные спортсмены. Завершающим этапом соревнований стали забеги на 500 метров у взрослых и 333 метра у юных трековиков, а также эстафетные гонки. По итогам этих стартов еще одну медаль в копилку сборной Мордовии принесла Инна Лаврентьева, которая завоевала бронзу на дистанции 500 метров у девушек. А среди спортсменок младшего возраста отличился наш квартет в составе Анастасии Комкиной, Анастасии Елизаровой, Виктории Чумбаевой и Анастасии Бондарь, которые завоевали серебро в эстафете. Алена Москалева, Александр Гурьянов. Наши новости.